лишила крова. 37-летнюю жительницу поселка Городище Петушинского района обвиняют в поджоге 8-квартирного жилого дома. Как установлено следствием, таким образом местная жительница хотела отомстить за измену своему бывшему сожителю. Вечером 16 ноября, набрав шприц-жидкость для розжига, многодетная мать подошла к дому, разбила окно его квартиры, достала одежду мужчины, подожгла и бросила обратно. Вещи и мебель в квартире загорелись мгновенно. В доме начался пожар. Жители данного дома, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали. В настоящий момент они размещены в местном общежитии и по знакомым и родственникам. Дом сгорел дотла, не подлежит восстановлению. В настоящий момент я знаю, что местной администрации решается вопрос о выплате соответствующих компенсаций пострадавшим. Женщине грозит лишение свободы до 5 лет.